Первоуральские школьники вооружаются фотоаппаратами и мобильными телефонами. 18 марта в нашем городе пройдет конкурс «Голосующий Первоуральск». Задача – собрать как можно больше фотографий. Ваши родители, знакомые, бабушки, дедушки, тети, дяди делают фотографию в фоторамке, установленной на избирательном участке. Вы эти фотографии собираете и красиво оформляете в коллаж. Оформить коллаж можно по-разному, в зависимости от количества фотографий и фантазии ученика. Чем больше снимков, тем выше шансы на победу. Готовый коллаж необходимо будет сдать классному руководителю. Итоги конкурса подведут 22 марта. Победителей будет несколько. В каждой школе выберут лучшего ученика, того, кто наберет больше всего снимков. По такому же принципу определяются лучший класс и школа. Победителей ждут ценные призы. Лучший ученик получит планшет, лучший класс получит поход в кинотеатр «Восход», а лучшая школа получит мультимедийное оборудование в школу.